Кравчук. Сегодня состоится грандиозное открытие итальянского бутика ювелирного бренда Бучелатти в ГУМе. Этот ювелирный дом отличается высоким мастерством и легко узнаваемым стилем. Одна из самых старых итальянских марок, о которой мечтали короли и цари, графы и графини. Наконец, творение итальянских мастеров появилось напротив другого творения, которое находится за той частью Кремлевской стены. Поэтому, когда итальянские мастера выражают свое мастерство через ювелирные изделия, да, которые были основаны в конце еще прошлого века, мы очень рады это здесь представлять. Это же фирма, стоящая абсолютно отдельно в линии ювелирных фирм, это знают все специалисты. Его техника уникальна, подбор камней уникален. Его произведения продаются на аукционах в ряду с какими-то уникальными вещами 18 века, 19-го. Это ювелир вне времени. А в вашей коллекции есть уже украшения этого бренда? Безусловно. Вот я вижу, что сейчас, да. Да, безусловно, есть. Я давний фанат этой семьи, этого бренда. Мы давно дружим с Андреем, с Марией Кристиной. И поэтому я, конечно же, всегда при возможности с удовольствием иду в их магазин. Скажите, вы давно знакомы с маркой Бучелатти? С маркой, ну, наверное, со времен Турандот. Андрей Делос и его жена Женя, мои давние старые друзья. И мне очень приятно быть там, где они что-то делают. Как правило, они делают всегда очень все хорошо. Очень эстетские украшения, сделаны, понятное дело, вручную, но с прекрасным каким-то вкусом итальянским. И такой же прекрасный, тонкий, ненавязчивый, очень интеллигентный человек, который их делает. Так что все это вместе, правда, здорово. Is a very traditional old firm of Italy. It's a very unique style, and it's a family business that is started in the beginning of the last century. So we are 100 years old actually now. And one of the concept of the company, it was always based in the family concept, based in artisan, in one of the kind pieces, and with very special, unique style. And this thanks to the design, but even to the workmanship that we use, that is still the same techniques that we use in the Renaissance time in Italy. Это наш второй бутик в Москве. Мы вообще-то уже 12 лет представлены в России. И мы просто счастливы, что мы теперь в самом главном магазине нашей страны. Как вы понимаете, для нас это большая честь и большая удача. Бренд, который был создан в начале века, в 1919. Так что следующий год – 100-й год, который мы были in the business. It's a totally family business. The designers are only in the family. It was first my grandfather, then my father, now my brother, who's the designer. And we have a quite unique style, which is all based on workmanship. The engraving is very different. Nobody makes it anymore, but we have it, and it gives to the jewelry a silky effect. Как и Бучелатти, и ГУМ, и Красная площадь, это некие больше, чем только ювелирные изделия. Это история. Что бы вы пожелали бренду в дальнейшем? Ярко блестеть и радовать своих покупателей. Хотела пожелать им процветания. Наверное, чтобы у них появлялись еще более красивые украшения, хотя куда лучше, я не знаю. Творческому человеку можно пожелать только каких-то свершений творческих, еще больше ювелирных шедевров, еще больше радости покупателям бренда. Если постараться определить концепцию бренда Бучелатти несколькими словами, то это стиль, изысканность и эксклюзив. Все изделия ювелирного бренда Бучелатти сделаны вручную и только в единственном экземпляре. I love fashion TV. 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 We love fashion TV.